И к спорту. Лучшие бойцы со всей страны. 3 сентября Калининград вновь примет Кубок России по кудо. Но турнир образца 2022 года особенный. Впервые в истории развития этого ударного единоборства в нашей стране установлена солидная финансовая мотивация для чемпионов. Соревнования пройдут на призы губернатора Калининградской области Антона Алиханова, и чемпионам гарантирован чек на 500 000 рублей. Подчеркнем, что у поединки сильнейших бойцов кудо России 3 сентября с 10 утра и до 18 часов вечера пройдут на главной арене Дворца спорта «Янтарный». Вход для болельщиков бесплатный. Читал в пресс-релизе, что круче нет. Реальный кудо – это только жизнь. Но на самом деле там такие удары. Тут по звуку только можно там в ужас, в ступор впасть от звука удара. Как бойцы там бьются, ну, можно только представить. И призываю всех прийти, поболеть. Эдгар Колян, там, Костя Караульных, там, девчонки у нас многократные, чем Марат Алиасхабов, да, то есть вот вся эта энергетика, которая завтра будет, начиная с раздевалки, даже, я бы сказал, со входа на стадион, вот она будет бурлить. Вот я надеюсь, что вот даже те молодые спортсмены, которым, может быть, ну так, между нами ничего не светит, вот, но они завтра приобретут колоссальный опыт. После пресс-конференции в Музее спортивной славы стадиона «Калининград» открылся новый стенд. Это форма Марата Алиасхабова и завоеванный им кубок за победу на чемпионате мира 2018 года. Супертяжеловес уже несколько лет живет в Янтарном крае и впервые представит наш регион на домашней арене в самой престижной категории. Напомним, что в этом виде спорта используется ударная и борцовская техника. Руки участников защищают легкие перчатки-накладки, а на голове надет шлем. Учитываются болевые, удушающие приемы, зрелищные броски и ощутимые попадания в голову или корпус противника.